Хорошо, Вера. Посмотри, пожалуйста, сколько у меня сейчас энергии, какая у меня частота сейчас. Ты говоришь, 320 у тебя. Верно. И частота какая? Около 30. Хорошо, было 32. Хорошо, сколько мне надо сегодня энергии и какая частота? 600. И? 35. Хорошо. И на счет 3. Сегодня 35 Гц. Пошел подъем. Энергии не идут. Энергии не идут? Нет. Кто-то блокирует? Я не знаю, мне вроде нормально, а тебя вот тебя как трясет. Ну, то есть, вот как качает комнату, как будто держаться. Ну, удерживаешься на ногах. Гуманоид. Подожди. Ты где-то выше. Еще выше. У тебя как купол какой-то, что ли? Не пускает. Хорошо. Ты видишь этот купол? И, значит, три. Ты этот купол загорается ярко-красным цветом. Ты видишь его. Один, два, три. Да, вижу. И сила моего намерения, я вытягиваю этот купол из моего биополя и отправляю в клетку-тюрьму. Один, два, три. Ну, вроде в клетке. Вроде или в клетке? В клетке, но я не знаю, если еще что-то осталось. Нет, ну этого достаточно. Давай сделаем следующее. Сейчас проверим, пойдет энергия или нет. И на счет три. В макушку моей головы. Черный цвет идет в защиту, в крылья, в позвоночник. Идут? Сейчас, подожди. Ну вот сейчас идут цвета, но они как-то... Не цвета, просто идет свет какой-то. Какой-то свет. Да, такой полосой небольшой. И я даю команду. И второй купол силой моего намерения выходит из моего биополя и отправляется рядом, становится в клетку-тюрьму. Один, два, три. Оба купола становятся рядом. Хорошо, Верочка. Поехали дальше. И так, сейчас у меня два купола, да? Оба в клетке, да? Да, и причем... Первый купол, он как птица его держит какая-то. Небольшой такой, а второй он такой, как железный какой-то, закубированный ты как будто. Отлично. Ну вот энергии сейчас идут. Хорошо. Два купола снялось, да? Да. Класс. Аж копье зачесалось. Кого-то я очень привлекаю. Ладно. Ангел смерти – редкая добыча, она говорит. Интересно узнать, для кого. Или это сущность, или это человек. Вот это меня интересует сейчас больше. Могут быть как те, так и другие. Безусловно. Ты получил свои 600%. Хорошо. И синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Есть, да? Да. Переходим и формируем нам сейчас боевую защиту многослойную. Семью печатями архангелов. Один, два, три. Активируется. Активируется шар атмана. Активируется печать дракона. Активируется печать плеяд. Защиты действуют. Защита активирует. Готово. Хорошо, Вера. Так, давай, начали с меня, тогда давай меня уже до конца добьем, да? Давай. Хорошо. И сейчас я становлюсь... Добьем. Довольно. Выстраивается канал в клетку-тюрьму и притягивает ответственного. В клетку-тюрьму он становится нашим заложником. Один, два, три. Сканер начинает работать. Работает? Тела чистые у тебя. Только вот это, да? Да. Или что-то еще? Твое биополе, получается, не тронуто. Ну смотри, они чистые, но ощущения у меня все равно бегающие. Что-то там как будто, знаешь... Через все тела. Вот если я по телам смотрю, они полные, все не пробоев, ничего нет, цвета хорошие. Но все вместе почему-то я, ну не знаю, какое-то чувство, что через них как якорь прокинутся. Хорошо, подожди. И я даю команду. Влад силами своего намерения выводит сейчас все чужеродное, все, что не относится к его биополю, оно зависает в комнате. Прямо перед ним в воздухе. На счет три. Безболезненно. Любая сущность, любой чип-имплант, любая подключка, любое магическое воздействие выходит. Один, два, три.
Вот этот купол большой, который железный, да, грубо говоря. Там якорь был, да? Из середины идет веревка и якорь, который связывает тебя по телам и держит этот купол. А, хорошо. Якорь сейчас в клетке, да? Да, но он болтается от него. Не понял. Он в моем теле или в клетке? Нет, он в клетке и за клеткой. Он из тебя вышел и висит как бы. Все понял. И я отправляю якорь силой. Моего намерения в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. И вот ты говоришь, что это было, почему я его не чувствую. Громче говори. Ты говоришь, что это было, почему я его не чувствую. Вот именно, я тоже это не могу понять, почему я его не чувствую. Сейчас будем разбираться. Хорошо, Вера, у нас сейчас 3 артефакта находятся в клетке, да? Якорь и 2 купола. Но якорь, получается, к середине купола изнутри прикреплен. Это одна конструкция. Понятно. А второй купол отдельно, без якоря? А второй купол, его птица как будто держит сверху какая-то. Хорошо. Значит, 2 артефакта. И я даю команду сейчас. И от куполов, от одного и от другого, силой моего намерения выстраиваются каналы к ответственному, и я притягиваюсь в клетку, тюрьму, он становится нашим заложником, не может воздействовать. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Мне кажется, это Грей. Да ты что? И я притягиваю, Грейв снимается, все маски и голограммы, 1, 2, 3, ответственность за эти подключки, импланты, за эти куполы, этим каналом, с куполами, 1, 2, 3, сила моего намерения, да будет так, а в так общем, и есть. Я поняла, что здесь будет цепочка голограмм. Отлично, вытягиваем всех. Не одна. Одна за другим идет голограмма. Все голограммы вытягиваются одна за другими. Ответственный по последнему каналу, последнем канале притягивается, не может ничего сделать, не может отключиться. Все защиты в этой комнате не действуют для интерферентов. Все защиты аннулированы. Все притягиваются, все голограммы притягиваются, все оригиналы притягиваются, все ответственные по каналам притягиваются. Сними маски. Снимаются все маски и голограммы. Все фантомы предстают в первозданном виде согласно своему эфирному коду. Ну их как двое, но нечетко я их вижу. Давай я подойду к ним сейчас и даю команду. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3, проявляются. Ставятся маячки зеленый, красный. Если это голограммы, красный. Если это оригинал, загорается зеленый цвет. 1, 2, 3. Зеленый цвет. И их двое. Один какой-то зеленый. С чем, я не знаю, руки даже не назовешь. Я первый раз такое вижу. Да, защита между ними и тобой активирована. Специальная защита между нами и ими. Дальше. Второй наемник. Гуманоид. Вот так вот. Хорошо. Так, подхожу к гуманоиду. 3 удара копьем на чистоте гуманоида. Мощнейших удара. Пошли. 1, 2, 3, удар. Но он пытается вернуться. Хорошо. Кто победит, скажешь мне? Не, ангел. Воевать не надо, ты бы его лучше заморозил. Зачем? А, да, и заморозился в клетке. 1, 2, 3. И потом вот этот зеленый, он как прилип к нему почему-то. И даю команду, они расходятся в разные клетки. 1, 2, 3. Каждый на своей чистоте остается. Каждый в своей клетке, клетка в клетке. Так, гуманоид получил удар или нет, Вера? Да, получил. Хорошо. Вторая сущность. Что это такое? Считай информацию. Замер в клетке. Органическая или нет? Да. Направляю. Активирую сейчас щит. С 7 печатями архангелов концентрирую мощнейший удар любви отца. И мощнейшим ударом, потоком света бью по нему. 1, 2, 3, удар. Свет пошел. Он кричит очень, и вот как поднимается, и у него как... Вот, что там? Выходит? Не выходит, он сам такой, у него как...
не присоски, а такие, как вместо ног, много-много корней, как вот такие щупальца какие-то. Ага. Отрывается, летит наверх клетки. Он. Усиливаем свет. Любви отца, сжигающий все патогенное, все злое в этом мире, в этой вселенной. Останови. Стоп. Хорошо. Говорить умеет, оказывается. Вы кто такие, паразиты? Вы знаете, куда вы пришли? Это наемник справа стоит, да? Вот этот гуманоид. Я не пойму, здесь столько информации раньше. В общем, вам нужна твоя энергия для каких-то целей. Хорошо. Вот этот гуманоид... В общем, нужна вот этой твари, что ли? Моя энергия? Этой твари? Что? Подожди, я не пойму. В общем, чтобы она отстала от гуманоида, ему нужна твоя энергия. А, значит, зачинщик был идеей этой гуманоиды. Хорошо, подхожу к гуманоиду. Я слушаю тебя, паразит. Ты знаешь, куда ты попал сегодня? Он говорит, ты же видел, как она ко мне прицепилась. 3 удара копьем моим на чистоте гуманоида. Мощнейший удар. Пошли 1, 2, 3. Неправильный ответ. Он говорит, ты знаешь, что все неправильно. А что, если мне выбирать между твоей и моей жизнью? Что ну вот и я сейчас выбираю между твоей и моей жизнью. Вот так вот, между твоей и вашей жизнью. Я сейчас буду выбирать. Подхожу к этой сущности еще раз. Представься, кто ты такое? Что ты такое вообще, кусок бесформенный? Какая цивилизация? Он шипит. Я его сейчас начну медленно добивать копьем, если он сейчас не начнет отвечать. У него есть лапы передние, как большой ящер какой-то он. И в то же время не ящер, не могу понять. Таким зеленым цветом. И он говорит, что он какой-то король. Какой ты король? Кто ты такой? Ты в моем биополе, ты нарушил мои свободы, ты нарушил мой манифест. Ты пришел меня уничтожать, сегодня я уничтожу тебя, король. Тебе показать галактическое ядро изнутри? Но он не король, а как-то предводитель своего... Да клоун он. Своего какого-то... Да. Лебеди, не знаю. Я спрашиваю, откуда ты пришел еще раз тебя? Последний раз спрашиваю. Если я ответ не получу, я начинаю тебя лупить копьем, как гуманоида, еще сильнее. У меня есть на всех на вас средства. Вы пришли к ангелу смерти. Вы получите, зачем пришли. Из другой галактики он пришел. Подхожу. 3 удара, мощнейших удара на чистоте этой сущности за неправильный ответ. Удары. Пошли. Уменьшает эту сущность 2 раза силой моего намерения. Замирает в клетке. Удары идут. Но хрипит, он уменьшился, он дышит по-другому. Я тебе 2 раз задаю вопрос. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы и кооперировать, я тебя здесь добью просто медленно и медленно. У меня есть время. Ты меня хотел убить, я тебя спрашиваю, кто ты такой? Представитель цивилизации какой-то. Какой-то? Какая цивилизация? Но он мне показывает темное пятно темных, что ли, не знаю. Какая твоя цивилизация, как она называется? Это какое-то, ну, как ветка очень редких и старых драконов. Драконы. Мутированных и скрещенных с кем-то там, не знаю. Дракон-мутант. Так, дракон. Я слушаю твои объяснения. Ты обнаружен. Я прочитал манифест. Любой интерферент, который войдет в мое биополе без моего согласия, подлежит уничтожению в галактическом ядре за кражу моих свобод. За нарушение законов мироздания. За те свободы, которые ты мне дал, отец, и ты у меня их украл. Вот как-то он говорит, что мне нужен кусок твоей энергии.
Да я тебя сейчас уничтожу, на куски разобью своей энергией, сожгу тебя в ней 3 миллионами герц. И останется от тебя кусок пепла. И ты еще осмелился мне говорить, что тебе надо моя энергия. Ты знаешь, сколько таких любителей уже отправлено в нирвану? А? Говорит, что мне это нужно для моего племени. И что, это для меня является каким-то таким смягчающим обстоятельством? Или как? Для тебя? Для моей расы, вот он как говорит. А что ты мне взамен дал? За то, что ты мою энергию украл? Вор. Говорит, а что ты хочешь? Ладно, хорошо, я понял. С тобой надо будет разговаривать только при открытом галактическом ядре. Хорошо, я обращаюсь, сейчас подхожу к гуманоиду. Гуманоид, хочешь жить? Хочу, конечно. Рассказывай всю историю с самого начала. Что это за сущность? Как она подцепилась ко мне? И почему она вообще ко мне подцепилась? И кто это провел эту операцию? Он когда говорит, это что было? Она подцепилась ко мне. Я понял. И ты тогда вошел в меня или как получается? Она подцепилась ко мне, чтобы я нашел энергию ангела смерти. А чем эта энергия так ценна? Энергия смерти. Ну, понятно. Чем она ценна? Это как живая и мертвая вода. Заряд. Можешь заряжать ей что угодно. В сочетании с энергией жизни ты можешь лечить и даже воскрешать. Я лечу руками, это верно. Значит, эту энергию, когда вы подошли, зашли в мое биополе, расскажи мне. 10 последних часов. Значит, сегодня под утро. Понятно. Это в 3 часа ночи было по нашему времени? 10 часов, да. 2 часа ночи это было где-то. Так, много украли энергии у меня? Нет, не успели. А что установили в моем теле? Зачем вы эти купола поставили? Для того, чтобы перехватить мою энергию? Для того, чтобы твоя энергия была чистая. Только твоя. И не других людей, да? Я так понимаю. То есть не вы поставили... людей, не космических. А, в этом плане, понятно, хорошо. Но плотная. Это очень... Да, плотная энергия у меня. Но вы ее не получите, гуманоид. Я не знаю, ты сам бы рискнул зайти в мое биополе без этой ситуации, без этого, который тебя там к тебе прицепился? Нет. Правильно. А, ответ. Хорошо, значит так. Чьи-то купола, твои или его? Говорил, как их ставить, я делал. А чьи купола, я спрашиваю? Его или твои? Общие. Он говорил, что делать, и они вместе делали, ну, в смысле, производили эти купола. А, вот так, вместе работали. И долго вы готовились к интерференции меня? Недолго, как увидели, так и зашли. Понятно. А что ты не можешь долго от него... Долго искали. А что ты не можешь от него отцепиться? У него яд в этих присутствиях, ну, внизу, что у него там, такие, ну, как висят они у него. И что, это яд? Или он тебе опасен, или как? Да, он пускает яд. Очень болезненный. А, вот как. Хорошо. Тогда я сейчас даю команду. Эта сущность поднимается в этой комнате. Ее присоски замерзают и сворачиваются в косу такую, в канат. 1, 2, 3. Перевязывается это все плотной лентой, не может больше ядом воспользоваться. Готово, но он орёт. Ну, это хорошо, что он орёт. А сейчас он тебе опасен, гуманоид? Но он на нем оставил жидкость какую-то, что-то. И сила моего намерения. Эта жидкость выходит с гуманоида и отправляется назад в клетку к тому, кто ее послал. 1, 2, 3. Весь яд выходит из тела гуманоида. Это паразитарная сущность, и отправляется назад. Как темно-зеленая такая. Все назад возвращается к тому, кто послал, и прилипает в его биополе. Да, вышло. Как ты себя? Это вдыхает, вздыхает. Как ты себя? Облегченно. Как ты себя чувствуешь сейчас?
Он очищается. Все, до последнего микрона. Очищается, руками вот так себя гладит везде. Угу. Чисто, говорит. Вот так вот. Если ты пришел, мне не знаю, почему, но мне к тебе какое-то чувство такое возникло, которое ты не знаешь, мне стало тебя жаль. Я решил тебя освободить от этого паразита. Не знаю, ценишь ты это или нет, но люди мы такие. Даже если ты ко мне пришел, вы это не поймете, мы можем помочь. Ты зря так думаешь. Я ценю. Ну, не знаю. Во всяком случае, я уже несколько гуманоидов вытаскивал из моего биополя, и они были более агрессивно настроенные из Сириуса, который и ловец душ был, и ловец эмоций были, и все что угодно было уже. Мы все разные. Они ловят на продажу. А я борюсь за свою жизнь. Хорошо. Как тебя зовут? Цифры пошли. Понятно. Ладно, хорошо. Я понимаю. Хорошо. Ты сейчас свободен от этой сущности? Полностью. Отлично. Хорошо. Я не думаю тебя больше задерживать. И не попадая тогда больше в эти ситуации, я понял, ты стал жертвой обстоятельств. Готов уходить? Он говорит, что он готов уходить, но миры такие разные. В плане? В плане, я твой должник. Где-то когда-то я верну свой долг. Хорошо, договорились. Даже если не вернешь, я с удовольствием тебе помог от всего сердца. Хорошо, открываю на чистоте гуманоида портал в его родное место, откуда он пришел. 1, 2, 3. И он уходит безболезненно на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Он так вылетел, интересно. Готово. Хорошо. Так, сейчас надо разбираться с этой сущностью. И сила моего намерения. Устанавливаю на него 2 колпака, которые он на меня поставил. 1, 2, 3. Вместе с якорем? Вместе с якорем, а как же? Все точно так, как и во мне было. Якорь, купол, 2-й купол. Он хотел энергию, но сейчас получит. Готово. И включая все на полную мощность на счет 3. 1, 2, 3. Пошел свет. Вот от этого якоря, ну, турба, да, идет с центра. И вот по ней как откачка начинается. Вот это темно-зеленая. Вот, откачивал энергию у меня, понятно. Хорошо, Вера. Ну, посмотри, пока он там изменится в лице и скажешь мне. Ну, у него такая энергия, она как жижа густая. Он что-то хочет сказать или там все нормально ему в сауне? Выпусти, он кричит оттуда. Выпусти? Стоп! Что значит выпусти? Ты ко мне пришел. Как выпусти? А чаю попить? А пообщаться? Ты чё? Ты же думал, тебе безнаказанно паразит сойдет такое? Ты, во-первых, к одному подцепился гуманоиду, а потом еще подцепился ко мне, используя шантаж? Нет, сегодня ты получишь по полной программе. Я тебя отпущу вообще с форматированной памятью. Ты вообще не будешь знать, где ты находился и где, что ты делал. Чтоб ты никогда больше не приходил к людям. И не воровал у них энергию, тем более у ангелов. Я тебя сейчас спрашиваю, а с какой цивилизации ты пришел? Ты дракон? Ты рептилоид? Он смесь. Смесь. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. Ядоплюющая сущность. Но у него цифры бегают. И цифры остановились на его цифре. 1, 2, 3. Какого он уровня? 3286. Угу. Может, действительно высокая фишка. 3286. Как будем решать ситуацию с тобой, мутант, дракон из темной галактики, который пришел меня убивать и еще взял говорит, человека? Говорит, что ему надо назад. Его будут искать. Да мне все равно, куда тебе надо. Ты уже пришел. Ты меня искал, ты меня нашел. Все остальное можешь уже забыть. Ты знаешь, что такое энергия атмана?
Дракон. Мне нравится, она рычит. Да, и сейчас в моих руках загорается огромный шар энергии от мана. Кричит он. Убираю. Как решать будем вопрос, мутант, паразит? Ты у меня украл ресурсы. Он говорит, убери эту установку с меня. И что дальше? Можете еще диван поставить и стульчик? Снимаю колпаки с него на время. Слушаю. Говорит, я скажу, что не так в твоей защите. А ты меня отпустишь. Это довольно умный ход, хитрый ход. Но я тебе скажу, что нету абсолютной защиты. Для кого-то она защищает, кого-то она не защищает. Когда-то она ослабевает, когда-то она не ослабевает. Есть места слабые. Но факт остается фактом. Ты все 10 часов пробыл в моем биополе. 10. Это уже на 10 часов больше, чем должно быть. Для меня это не ценная информация. Ты нашел лазейку ко мне подойти. Хорошо, сделаю защиту сильнее. Подниму ее на много сотен герц выше. Чтоб ты ночью не подключался. И это ты считаешь ценной информацией? Это вообще ничего. Он говорит, что ты хочешь, чтобы отпустил меня. Я хочу вообще, чтобы тебя вообще никогда не видеть. Но этого не будет. Я знаю, что вы такие сущности, вам на все наплевать. На мироздание наплевать, на законы мироздания, на договоры, на все остальное. У вас нет чести, у вас нет слова, у вас ничего нет. Вы просто паразитарная какая-то форма жизни, непонятно для чего создана, чтобы просто воровать людей энергию. Даже ты не осознаешь, что ты сделал. Я отвечаю за свою расу, нас очень мало. Я защищаю свою. Племя опять говорит. Зачем тебе нужна была моя энергия ангела смерти? Лечить. Кого? Мне подобных. Тебе подобных. Что, она настолько ценная для тебя? Она входит в состав. А, в состав других энергий, которые вам нужны, да? Да. Но я тебе не дам свою энергию, уваж. Кроме того, я не потерплю никаких дальнейших возвращений в мое биополе. Я буду сразу тебя сжигать, если я тебя обнаружу. Обнаружу я тебя через очень короткое время. У меня очень хорошо работает чуйка. Поэтому я не знаю, верить тебе, не верить тебе. Внутри я тебе не верю. Но с другой стороны, у тебя какая-то там цивилизация есть, кто-то тебя там ждет. Ты будешь еще предпринимать попытки подключения к моему биополю? К тебе нет. И насколько я могу быть в этом уверен? Зачем мне это? Я найду того, кто не знает, кто он на самом деле. Да, понятно. Давай рассказывай, где мое слабое место в защите. Который ну хорошо. Ты... Ну ты нашел меня, ты увидел мою защиту. И как ты ее пробил? Это ты рассказал, как меня найти. Я не пробил. А, ну вот он что говорит. Он поставил купола. Купола, и без энергии твоя защита в конечном итоге как ослабла. Понятно. И тогда ты... То есть исчезла бы. Ты бы думал, что она стоит, но она бы... Ну вот он показывает, ты знаешь, как защита, она так вот... Ну, тает, что ли, как тает, тает и вниз уходит. И что он сделал? Он через купола пропустил вот этот якорь через защиту. Но он был настолько слаб, пока и невидим, то есть вот как он, как фантом пока был. Угу. Как этого избежать, этого якоря проникновения? И как находить, что бы ты ни сделал, будет использоваться не якорь, значит, что-то другое, чтобы пробить. Я буду находить и сжигать тогда уже по-настоящему тех ответственных, если эта новость не распространится и желающие найдутся. Хорошо, ладно, так... Возвращаем у первоначальные размеры, в которые он пришел. 1, 2, 3.
Готово. Хорошо. С хвостом? Совсем. Пусть возвращается полностью. Замороженный он у нас в канате. Перевязанный. В этом плане, да? Так, хорошо, дракон, нет, это пока оставлю. Дракон, я тебя отпущу сегодня. С огромным предупреждением, последним предупреждением, первым и последним, даже не пытаться ко мне в биополе войти. Потому что ты действительно, вот на этом 3286 останется, уже не будет 3287. Я очень серьезно отношусь, когда ко мне входят в биополе интерференты, тем более такого уровня. Я и демонов сжигал, я и драконов сжигал, и рептилоидов сжигал, и для меня никакие редкие расы не существуют. Для меня существует только агрессор, который хочет меня убить. И тут решается вопрос, кто кого убьет, или меня убьют, или я убью, понимаешь? Во всех галактиках так, или ты, или тебя. Ну вот, хорошо, ты меня услышал. Ты хочешь, чтобы тебя никто не убил, поэтому не приходи ко мне больше. Понял, я уже сказал, к тебе не приду. Хорошо, открывается наверху портал на чистоте этого дракона. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту. Все, что он принес, остается в клетке. Закрывай, печатаю, растворяю. Как ящер больше такой. С вот этим сзади. Как, ну, не знаю, как хвост, не хвост, что это. Ну, ящер, как у нас еще. У медузы вот эти штуки. Ой. Закрываю, печатаю, растворяю и открываю под этим портал в галактическое ядро, под этими куполами он носится в галактическое ядро, на счет 3, 1, 2, 3, на переработку в чистейшую энергию, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Вера, все, я чистый, да? Или что-то осталось еще? Нет, ты чистый. Давай меняемся местами. И на счет 3 сканер. Начинайте сканировать сверху донизу. Находит любые присадки, импланты, конвекторы. Автоматически становится ее заложником. 1, 2, 3. А я не могу себя видеть. Смотри, когда мы закачивали энергию. Да. Помнишь, я сказал, светлая энергия идет какая-то, как свет такой желтый. Угу. Вот в тебя он шел, да, когда... Купол еще стоял. И у меня, когда я заканчивала, вот отдельно шел вот этот свет. И он сейчас как закрывает все. Он посередине у меня вот этот свет из энергии. А что это за свет вообще? Я не знаю. Давай его в клетку сделаем. И сила моего намерения этот свет я отношу в клетку. 1, 2, 3. Что это, Вера? Я не знаю. Оно в клетке? Он как не переносится и в клетке, и возвращается как магнитом опять. И силой моего намерения этот белый свет, если он не относится к твоему биополю, отходит и становится в клетку тюрьму и становится ее заложником. От этого света выстраивается канал к ответственному, кто его послал, и ответственный интерферент силой моего намерения притягивается в эту клетку и становится ее заложником. Кто это подключился к тебе? Сейчас, подожди. Он как биополе отдельное в клетке сейчас у нас. Сейчас я посмотрю свое тело. Его почищу сейчас. Сканер начал работать? Да. Обнаружит все присадки, импланты, загораются ярко-красными маячками. Ответственный за эти присадки, импланты по каналу. Выстраивается канал и по каналу отправляется в клетку тюрьму и становится ее заложником. Это как какой-то дополнительный фантом. Он сейчас в клетке, весь светлый, такого из этого света. А кто его поставил? Что это за фантом? Давай считаем информацию. В чем-то слово идет защита. Защита. Когда он шел, этот поток, он тоже шло как защита. И снимаются все маски и голограммы защиты. 1, 2, 3. Фантом представляет в первозданном виде согласно своему эфирному коду. И от этого фантома, значит, 3, сила моего намерения, выстраивается канал к ответственному, если он есть. И ответственный притягивается в клетку тюрьму, значит, 3, 1, 2, 3. Нет никого.
Значит, это поставим маячок, если это твоя защита зеленый цвет, если это чужеродная, мешающая тебе патогенная энергия, то это красный цвет. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Красный. Так, это красный цвет, он тебе не нужен. Откуда он взялся? Хорошо, сила моего намерения проявляется все каналы к ответственному, кто установил этот фантом. 1, 2, 3. Канал загорается ярко-красным цветом, ведет к ответственному, и я притягиваю силой всего своего намерения ответственного в клетку-тюрьму, и он становится заложником в этой клетке-тюрьме. 1, 2, 3. Рептилоид. И он... Опа. Такое ощущение, что он играет на какой-то как дудочке. И эта дудочка силы моего намерения относится в лазер, в другую клетку. 1, 2, 3. И если эта голограмма стоит перед нами, то по каналу притягивается оригинал к этой клетке, в клетку-тюрьму от этого фантома. 1, 2, 3. Все ответственные по каналам притягиваются от фантома. Все, кто подключены. Если подключка идет к голограмме, то от голограммы выстраивается новый канал, который притягивает оригинального интерферента, ответственного за эту подключку. 1, 2, 3. Пошла энергия. Да будет так. А так и есть. Ты рептилоид. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 346. Понятно. Так. И если с рептилоидом соединены гры, они сейчас проявляются и притягиваются по каналам в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Нет никого. Так, рептилоид. Как ты осмелился сюда прийти? Мы хотели свет, и я его дал. Мы хотели свет. Хорошо, мы их... Ты хочешь свет сейчас, и я тебе дам свет. В моих руках появляется шар от мана. 1, 2, 3. И я бросаю ему в морду шар от мана. 1, 2, 3. Удар. У нас шар от мана. Он залил всю клетку и начал крутиться там, поглотил вот эту вот фантом. Отлично. И сейчас крутится вокруг этого рептилоида. И рептилоид, он как обгорает от него. У него плавится кожа. Понятно. Хорошо. Убираем шар от мана. 1, 2, 3. Рептилоид, ты хотел света. Ты просил света. Вот тебе свет. Хочешь еще света дам? Он возмущается, рычит. О, и отлично. Вот... И что? Ну, вот эта кожа у него как назад стягивается вся. Отлично. 5 ударов. Раны заживляют. Да. Да. Хорошо. И 3 удара копьем на чистоте рептилоида. 1, 2, 3. Болезненные удары. Просили света, я вам его дал. За это ты сегодня заплатишь, рептилия. Хватит, он говорит. Что значит хватит? Я решаю, когда хватит. И в моих руках еще появляется раз шар от мана. 1, 2, 3. Да хватит, говорит. Почему ты зашел в это тело? Для тебя не действуют законы мироздания? Он говорит, что я руковожу подразделением, которое имитирует свет. Все, кто хочет попасть в свет, абсолют, не все, многие попадают к нам с помощью света и голограмм. Вот так вот. И давно у вас такое изобретение, начальник отдела? Очень давно. Понятно. То есть ты практически хочешь сказать, что ты очень много верующих и людей, которые ищут отца, ты им голограммы ставишь, да? Я не говорю про верующих. Верующие идут через эгрегор. Хорошо. Но почему ты ко мне к вере подцепился? Через какой эгрегор ты вошел? Имитировал, вернее. Не эгрегор.
Я имитировал пространство Абсолюта. А оттуда уже дал свои энергии. Когда ты вошел в ее биополе? Когда закачивались энергии. Сегодня? Да. Как этого избежать? Как попадайте в правильное место. А куда мы попали? Мы в потоке Абсолюта стоим, в пространстве Абсолюта. У нас защищенная комната. Как ты вообще сюда просочился? Это ложная голограмма. Это не пространство Абсолюта. То есть мы не вообще не в том месте? Нет. Вера. Мы в голограмме. Вот это класс. Там у меня и выкидывало оттуда. Надо было вернуться назад нам тогда. Надо было. А какая твоя цель была? Значит, ты пару минут сидел всего, да? Подселение. Но он не сидел, получается, сидел свет. Сидел свет, понятно. Хорошо. Как далеко мы по пространству Абсолюта находимся? Все в вашей голове. Ну, понятно, да. Но я-то давал команду, и мы летели-то в пространство Абсолюта. Я не понимаю, как ты мог нас не туда... как ты вообще мог воздействовать на наш полет? Голограмма. И откуда ты нас сопровождал тогда? Ты же должен был нас сопровождать где-то, а не ловить? Или ты словил нас где-то? У нас специальный радар. Какой специальный радар, расскажи? На слеперово-гипнологов? Нет, шире. На людей, которых плотная энергия, он говорит. А, люди, которые ищут прямую связь с Абсолютом. Угу. Светом. И как Абсолют относится к вашему занятию? То, что вы не допускаете людей к нему? Это выбор людей. Ну, какой может быть выбор у человека, если ты обманываешь, ты стоишь на пути и говоришь, что я и есть Абсолют. Вот вы хотели свет, вот вам свет. Как тебя от тебя защититься? Давай мне ценную информацию, от этого зависит вообще твоя жизнь, я тебе серьезно говорю. А у вас есть душа, сердце, интуиция. Именно это вы и должны слушать, а вы как бабочки на свет летите. То есть ты хочешь сказать, что должна быть здоровая доля сомнений, и интуицию нужно включать и не верить тому, что видишь, правильно? Все держать под сомнением. Все держать под сомнением. Вот это как раз то, чем мы им занимаемся. Поэтому мы и находим таких, как ты. Так, ты что-нибудь успел установить в ее биополе? Ты видел фантом. Хорошо, света. Его уже нет. Теперь скажи, как мы с тобой будем расставаться, рептилоид? Как и встретились. Я не хочу тебя больше видеть, потому что если наша встреча следующая состоится, то сгорит не только вот эта твоя присадка, а ты сам. Ты это понял, надеюсь? Глупо будет услышать от рептилоида, но надо доверять, как вы говорите, самому себе. Ты не даешь шанса доверять, поэтому ты объявил нам войну, а это значит, мы принимаем условия этой войны. Ты хочешь воевать со мной? Хорошо, будешь воевать со мной. Значит, тогда не расстанется. Я не говорил про войну. А про что ты говорил? Ты собираешься к Вере еще раз приходить, я тебя спрашиваю? Я не приходил к Вере. Хорошо, я поставил голограмму, вы попали туда. Попадайте в правильное место. Ладно, хорошо. Все, если ты ничего не оставил и ничего этого, я тебя на первый раз отпускаю, но предупреждаю, даже если мы попадем в твою голограмму, я тебя встречу, поверь мне. У меня очень хорошая память. И в своей комнате диагностики у меня много власти, поэтому лови других. Я понял. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал на частоте рептилоида 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Блин, Вера, да что это такое? Я вообще не пойму. Мы сколько дней мы с тобой не это тут? Мы вчера, позавчера погружались, да, по-моему? Или вчера? Позавчера. Все нормально будет. Это вот сейчас случилось.
Летите правильно, он правильно сказал. Да, не, я понимаю, но у меня просто как мы могли вообще залететь в голограмму? Мы в тарелке летели, мы дали команду.